Я хотела бы сказать, что наш фестиваль – это международный фестиваль. И объявить программу этого вечера мне особенно приятно, потому что сегодня играют музыканты, которые наши друзья уже много лет, а некоторые из них, они были вместе с нами на первом фестивале «Виварте». Они прониклись, они почувствовали, им нравится выступать в этом зале. Все говорят об особой атмосфере и энергии, которой они здесь наполняются сами. Но кроме этого, все эти музыканты, они играют на величайших инструментах. И фестивали дают возможность услышать эти инструменты, как они звучат вместе. Сегодня, например, мы услышим две скрипки Страдивари, одну Гуарнери и при этом виолончель Доминика Монтаньяна. Мне кажется, это дает такую дополнительную изюминку самому фестивалю. А в первом отделении мы с вами услышим Роберт Шуман, квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели, ми бемоль мажор, сочинение 44. В четырех частях исполняют Борис Березовский, фортепиано, Клара Джумикан, первая скрипка, Сара Макелрави, вторая скрипка, Юлиан Рахлин, альт и Борис Андрианов, виолончель. Простите, пожалуйста, я не предупредила, но я надеюсь, что у всех, наверное, отключены мобильные телефоны. Спасибо. Thank you.
Thank you.
дорогие друзья, «Антракт-2020».